Меня зовут Данила. Я играю и смотрю мультики. Слушаю, как моя мама читает. Я еще ребенок. У меня в руках человечек звездный солдат. Мне подарили, по-моему, на Новый год лего-звездные солдаты. Я собрал из всех роботов такого огромного робота. Это буровая установка, которая может плыть. Все будет. А это лазеры. Это такие пушечки. Это тоже лазер. А это такие пинг, которые у него пинг. Сигнализации на лапках. Как она работает? Вот так вот так. Плохой. Подходит сзади. Они стреляют. И сигнализация. Уиу-уиу-уиу. И вот этот чувачок выходит и лупит его. И его кто-то управляет. Три чувака дергают за вот эти вот рычажки, вот. Вот эти вот рычажки. Они садятся в эти кабины вот таким образом. У них есть вот эта вот штучка, и вот этой штучкой они и садятся в эту кабину. Там есть дырочка. Штучка втыкается в дырочку, и чувак сидит. Нормально сидит. Это цветы. Они злые. Они хотят поймать этого робота, но их мало, чтобы все его лапы поймать. У него еще есть запасные лапы. Вот хвостик, а вот башка. Это как лапы у него еще. Это такие ящерки. Это как и собачки для вот этих вот чуваков. Они кусают злых вот так вот и могут прыгать. Может, нажимаешь на пупку и так. Вот еще одна собачка, а вот еще одна собачка. Только это уже злые собаки. Иди вот, чуваки, сюда вот так. Видишь вот эти вот крики? Тогда мне понадобится броню снять. Для чего нужна броня? Чтобы пульки не пробивали это. Сейчас. Тело. Мне нужно вытащить тело. Ну мне нужно вытащить тело, чтобы. Представь, что у него есть ноги. Он садится вот так. Так же, как все чуваки. Тут. Вот так же. Втыкается в дырочку. И там управляет. Дочь. Это хвост, это башка. И вот это вот перед. И тут. Они нападают. Так как ловушка. Вот так. Хоп! Дудуч. Лапа застояла в цветку. В цветке. Дудуч. И еще одна лапа напала. Еще одна лапа застояла в цветке. Такой вот чёткий робот. Дудуч. И вот тут песики. Вот всякие улучшения. Новоулучшения. Пока. Пока, робот.